Друзья, всем привет с крыши 17 этажа. Вот, короче, делаю видосик. Я сейчас нахожусь в городе Эдайна. Город Эдайна. Вон там, влажность, humidity очень сильная, дымка. Жуткая влажность, капец, вон там, что я показываю? Там город, видно, даунтаун. Вот. Так вот город. Там вот, сейчас, где аэропорт? Блин, я потерялась. Где Mall of America? Mall of America вот там вон. Да, там вот большие эти здания Mall of America и... Нет, вон там. Короче, я уже потерялась. Ну, вот так вот выглядит город Миннеаполис. Вот эти все окрестности города Миннеаполиса вот так вот выглядят. Видите, почему Америку называют одноэтажная Америка? Потому что территория города огромная, а в основном, видите, 1-2-3 этажа максимум. Поэтому город может длиться километры, и, как правило, в Америке без машины жизни нет. Одним велосипедом не обойдешься, поэтому машина это тут номер один. И это не какая-то роскошь какая-то, а это необходимость. Видите, вот это вот все, вся вот территория, вот это вот все. Вон туда самолет пошел, там вот видите, где пошел на посадку, там аэропорт. И он второй летит, вот синенький. Southwest. Вот они все идут сейчас на посадку с этой стороны по ветру. А вон там уже взлет. Взлет прям над Mall of America. Да, все правильно. Вон там вон Mall of America. Видно. О, дымка очень сильно. Влажность, жуткая влажность. Ну все. Всем хорошего дня. Я поехала на другую пропертя. Окей, смотрите. Ходит легенда, что в американских лифтах нет цифры 13. Окей. Есть цифра 13. Сейчас я забыла, куда нам ходить. У нас на работе стоят вот такие космические установки. Или как она называется? Ну да. Помните раньше это бабки-бигуди это? Ну, крутили. Упс. Сейчас это... Назад в будущее. Назад в будущее. Улечу, перемещусь во времени. Ай, короче, тут у меня на работе не соскучишься. Короче, жесть. Да? Такая херня. Не, ну раньше это же было модно. А может она, кстати, сейчас тоже работает? Я же не знаю. Надо включить в розетку попробовать. Я сначала спросила, это оно работает или для красоты? Короче, делаю эти эксперименты с бассейном. Вот зачерпнула воды, накапала. Вот мы измеряем. Вот тут какого цвета? Ну, хороший, да, pH, да? 7,2, да? Как вы думаете, 7,2 или 7,4? 7,2. Окей, пусть будет 7,2. Окей, так вот у нас аутсайд, один бассейник. Это я начала свою эту. Сейчас вам пройдусь, так покажу. Короче, свою лабораторию с первой property, которая находится ближе к моему дому. Вот. Поэтому вот тут вот этот стоит на огреватель. 80 по Фаренгейту стоит эта температура в бассейне. Бочку полную поставили, тут ничего не надо менять. Короче, это я делаю и для себя, и для Ютуба, будете моими свидетелями, что я очень ответственно отношусь ко всему. Так, вот тут что? Тут у нас 5. Сколько там показатель? 5,5. Ну все, записываем. Сейчас еще почищу эти фильтра. Ага. Ну, короче, вот тут там, представляете, тут сидишь, жаришь шашлык, а у тебя там под носом этот экскаватор, он работает, роет дорогу.
Такая у них, вот видите, зона отдыха. Красиво, да, так, крыша. Вот я такую хочу маленькую возле дома, вот это огромная прям. Грили сколько? Раз, два. Два огромных гриля. Жарить шашлык. Там камин у них. Ну, там сцена, типа игровая площадка, сцена. Скорее всего, сцена, да. Ага. Этот камин. Камин. И сейчас этот, пойдем, мне надо воду проверить в бассейне, который внутри. Внутри здания. 17 этажей в здании. Прикольно, мне очень нравится. 10. На вот эту линию накидали. Соль вот эта. 50 либов, 25 килограмм. 12 мешков туда нахерачила. Нормально? Все. Короче, руки трусятся, капец. Закрываем крышечку. Друзья, доброе утро. Слушайте, у нас сегодня это прям... вчера вечером выходили на улицу, ну сауна, просто сауна. А утром я вот сейчас собираюсь на работу, вынесла мусор, думаю, ничего не понятно, что за херня. Влажность 100%, смотрите. Окна в доме запотели от перепада температуры. Ужас. Я сегодня, наверное, сдохну. Гипертоники, сидите дома. Или как там вот эти, которые от перепада давления. Ужас. Вот это, смотрите, это окна запотели. Вот тут у меня коты ж собаки это. Ну, языком. На. Смотрите. Я вам показываю влажность. Сауна. На улице сауна. Внутри кондёр, на улице сауна. Ужас. Ну, сегодня, да, сегодня. Сегодня будем умирать. О, как работает. А? Занят весь в трудах. О, а там второй жужжит. О. Прям счастливые такие, жужжат там. Ой, не могу. Спугнула. А этот прям что-то жужжит, что-то там песни поет. Слушай, прям мордочка туда зарывается. Вот так интересно, да? И песни себе поет там. Знаю, такое чудо. Он прям купается, да, смотрите, он прям купается в цветке. Ой. Вот чудик. Друзья, короче, не знаю, я правильно делаю, неправильно, поливаю немножко, потому что все выходные никто ничего не делал. Вот сегодня понедельник, вот это вот сегодня я тут занимаюсь, короче, влажность 98%, все течет просто, асфальт плавится, все течет. Такое ощущение, что мы не на севере, а на экваторе. Это просто жесть. Такая, короче, сижу на полу, тут шпаклюю стенку, да? Блин, с носа течет, а я в перчатках, нос не почухаешь, смотри. Да? Ужас. Перчатки сняла? Ужас, да? Капец, вот это да!